Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Sony Xperia C5. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять тему клавиатуры на данном устройстве. Для этого мы открываем клавиатуру в любом удобном для нас приложении. После чего в левом нижнем углу нашей клавиатуры мы нажимаем, точнее зажимаем вот здесь вот на эту кнопку. После чего мы попадаем в настройки клавиатуры Xperia. Мы можем выбрать параметры, но нас сейчас интересует пункт обложки. Нажимаем на обложке. После чего мы видим разные темы клавиатуры. Выбираем, какая больше всего нам нравится. Например, я выберу такую зеленую. После чего данная тема применилась. Мы можем возвращаться, и как вы видите, у нас теперь вот такой вот зеленый крутой цвет клавиатуры. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!